Россия – страна с удивительными природными источниками пополнения жизненных сил, и один из них – сама природа. Поэтому сейчас очень многие, выбирая место, где можно отдохнуть и подлечиться, делают ставку на здравницу недалеко от дома. Вообще, санаторно-курортное лечение под собой подразумевает климатотерапию. В нашей средней полосе климатотерапия является – это хвойные леса, чистый свежий воздух, удаленность от города, место расположения, вблизи водоемов, рек, которые обеспечивают чистоту воздуха. Нужно ориентироваться на отдаленные санатории, которые располагают большой территорией, которые могут позволить обеспечить и тишину, и уют, при этом получить оздоровление собственными минеральными источниками, и тем самым повысить свое жизненное состояние, жизненный тонус. При этом не стоит сбрасывать со счетов многопрофильность здравницы, поскольку очень удобно в одном месте постараться решить сразу несколько проблем со здоровьем, тем более, когда можно пройти полноценное обследование. Основные недуги нашего времени – заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, а также гинекологические болезни. Последние во многом связаны с перенесенными воспалительными заболеваниями либо рубцово-спаечным процессом в малом тазу. Приходят на помощь разнообразные ванны, а также грязелечебные. Назначает процедуру, конечно же, врач. Есть рассасывающая терапия, болевой эффект уходит. Женщина чувствует себя при этих очень комфортно. Каждой женщине индивидуально подходишь. У каждого своя реакция на любое лечение. Не только минеральные источники, но и лечебные грязи – это большое подспорье для тех, кто страдает в том числе заболеваниями суставов. Артрит или артрозы оставляют свой болезненный след в жизни каждого такого пациента. В данном случае речь идет все же о реабилитации, поскольку полностью избавиться от некоторых заболеваний суставов человек не в состоянии. Но закрепить полученный при лечении эффект, увеличить продолжительность ремиссии вполне возможно. Моя самая любимая процедура. Приятное тепло, расслабление и массаж. Ну и руки очень мягкие становятся, суставчики все работают. Немалая роль в этом процессе отводится лечебной физкультуре. Причем применяются как тренажеры, так и специально разработанные системы подвесов. За столь незатейливым сгибанием и разгибанием здоровому человеку наблюдать, наверное, смешно. А вот для тех, кто еще вчера не мог толком согнуть ногу в колене или каждый шаг доставлял боль, это большая радость. Это разработанная система подвесов, гимнастическая установка, так называемая, для лечения суставов. Она дает, в принципе, такой замечательный эффект, который практически невозможно достичь другими методами, так как здесь из-за того, что вот эта вот система подвесов разгружает полностью сустав, и он может с полной амплитудой восстановить все движения, которые в этом суставе предусмотрены. Помогает снять напряжение гидрокинезотерапия. В данном случае в роли своеобразного подвеса выступает сама вода, которая поддерживает, снимает нагрузку на больные суставы или позвоночник. Главный человеческий стержень, на котором, собственно, и держится все тело, очень страдает от малоподвижного образа жизни, неправильного питания и, конечно же, стрессов. Отсюда и боли в спине. Позвонки нуждаются в уходе и расслаблении. На помощь, как всегда, приходит проверенные методики. Этот метод используется с давних времен. Метод растяжения, вытяжения позвоночника. Очень эффективное средство при остеохондрозах, различных проявлениях остеохондроза позвоночника, сколиотических изменениях позвоночника. Подбирается груз, то есть нагрузка. Вот. И осуществляется растяжение. Для тех, кто по разным причинам не может получать полноценную мануальную терапию, разработаны специальные аппаратные методики, которые сканируют скелет, а затем весьма щадяще воздействуют на проблемные зоны. Умение быть с природой на одной волне, пользоваться тем, что она дает – все это о герудотерапии. Казалось бы, пиявка, но сегодня это уже целая философия лечения и исцеления. С гипертонической болезнью, сахарным диабетом, остеохондрозами, коксандрозами, гоноартрозами, варикозными болезнями конечностей и многой другой патологии. И практически всегда герудотерапия бывает уместной. Она помогает восстановить и коллаген, старый коллаген, вот эти разрушаются и синтезируется новый, также и гиалуроновая кислота, гиалуронидаза. И поэтому вот очень широко и больше всего мы, наверное, используем пиявку
в лечении все-таки остеохондрозов и коксартрозов, гонартрозов и других артропатий. Неплохие результаты дает герудотерапия при начальных формах бронхиальной астмы. Заболевания органов дыхания – это вообще проблема любого большого города. И в первую очередь страдают дети, а также пожилые люди. Отсюда бесконечные простуды, падение иммунитета, соль и еще одно природное средство, которое помогает при лечении и реабилитации. И все же именно прогресс в медицине играет далеко не последнюю роль, поэтому аппаратная физиотерапия сегодня заметно уменьшила список противопоказаний. Происходит это за счет более детального изучения процессов, а также за счет усовершенствования самих приборов. В условиях санатория сейчас очень широко используются методы аппаратной физиотерапии, такие как электролечение, магнитотерапия, лазерная терапия. Такие методы широко применяются для лечения органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и для гинекологии. В том числе используем хороший метод – это лимфодренажный массаж для лечения и профилактики заболеваний сосудов нижних конечностей. Важной составляющей санаторно-курортного лечения всегда было и остается правильное питание. Диетотерапия прекрасно зарекомендовала себя в качестве эффективного метода при множестве заболеваний, в частности системы пищеварения, печени, почек, сердечно-сосудистых патологий, аллергии, сахарного диабета. Мы сегодня много говорили о лечении и реабилитации в условиях здравницы, и каждый специалист обязательно ориентировал нас также к полноценному отдыху, в котором есть место здоровому сну и правильному питанию, активному образу жизни, прогулкам на свежем воздухе, умеренным физическим нагрузкам и хорошему настроению. Без этого, как ни старайся, но очень трудно вернуть прежнее качество жизни. Рядом с нами, буквально по соседству, есть все, что нужно для того, чтобы набраться сил, восстановить жизненный тонус, поправить здоровье и, конечно же, насладиться полноценным отдыхом. Санаторий «Ясная Зоря» предлагает эксклюзивные комплексные программы по лечению и профилактике гинекологических заболеваний, бесплодия, лимфовенозной недостаточности, снятию стресса и хронической усталости. В нашем санатории вы прекрасно отдохнете и поправите свое здоровье.